подозревая, что в твоем поиске ты ищешь не просто сенсацию, разгадку тайны. Ты ищешь больше истины, реальности, истинного себя. Твоя сущность ищет путь раскрыть это для тебя. То, кто ты есть на самом деле, то, что происходит вокруг тебя в действительности. Здесь и сейчас ты можешь начать свое пробуждение, вспомнить много нового для себя, того, что изменит тебя навсегда, принесет долгожданный покой в твою жизнь или гармонично дополнит твои знания, которые ты уже вспомнил, однажды встав на духовный путь развития. Этот путь подобен финишной прямой вашего развития по сравнению с уже пройденными вами, длинным или коротким, прямым или